Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие братья и сестры, хочу напомнить, что Зарему Рабия Куламетову незаконно и несправедливо осудили по статье 319 только за то, что она пыталась разузнать, где находится ее сын. Ей присудили максимальное наказание по этой статье 250 часов общественных работ. Эти часы она отрабатывает в городском парке города Старый Крым. Я со своей семьей пришел помочь поддержать ее в этих трудностях. Пусть Аллах ее укрепит в этих испытаниях, а мы, в свою очередь, облегчим ее участь в этих трудах, в этих невзгодах и печалях и попробуем сделать это испытание для нее праздником. Аллах разволсун.